продолжаем готовить вторую теплицу. Уже через несколько дней сюда приедет рассада цветов. Сделали настилы из поддонок. Сверху них мы положим картон, а сверху застелим пленкой. А сейчас мы будем закрывать стены теплицы укрывным материалом. Он нам поможет сохранить тепло по ночам, а днем защитит рассаду от прямых солнечных лучей. Так как каркас теплицы у нас металлический, крепим агроспан к стене с помощью магнита. Магниты размером 10 на 10 миллиметров. Легко закрепить, легко снять. Может, кто не знает, но укрывной материал очень хорошо сшивается на швейной машинке. Наш агроспан был шириной 3 метра 20 сантиметров, а высота стен 2 метра. И поэтому, чтобы он не болтался на земле, мы его отрезали по всей длине. Используя агроспан, мы его разрезаем вдоль пополам. Одна часть у нас будет шириной 2 метра 10 сантиметров, а вторая часть 1 метр 10 сантиметров. И теперь их сошью на швейной машинке. А метровые обрезки сшили вместе, и у нас получилось без отходов. Верх тоже будет закрываться агроспаном. Он будет просто лежать на перекрытии. Агроспан с потолка и стен прищепкой. При необходимости агроспан всегда можно раздвинуть к краям теплицы, чтобы больше поступало солнечного света.